Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Нозоферон. Нозоферон выпускается в виде капель. Действующее вещество – интерферон альфа-2b. Нозоферон применяется для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей от 1 месяца жизни. Применяется для лечения пациентов, страдающих частыми заболеваниями верхних дыхательных путей, подвергающихся контакту с больными, страдающими острой вирусной инфекцией, перенесших переохлаждение. Также его применение эффективно для профилактики респираторных вирусных инфекций при сезонных эпидемиях. Нозоферон следует вводить в каждый носовой ход в строгом соответствии с указанным режимом дозирования. После введения препарата рекомендуется слегка помассировать пальцами крылья носа. Рекомендуется использовать при первых признаках заболевания. Новорожденные дети до года должны получать лекарственное средство 5 раз в день, по одной капле в каждый носовой ход. От года до 3 лет по 3 либо 4 раза в день по 2 капли или 2 дозы спрея. От 3 до 14 лет по 4 либо 5 раз в день по 2 капли или 2 дозы спрея. Взрослые получают нозоферон от 5 до 6 раз в день по 2 капли. С профилактической целью нужно получать препарат в соответствии с возрастной дозировкой от 6 до 7 раз в сутки. В период сезонных эпидемий гриппа и острых респираторных вирусных инфекций рекомендуется получение препарата в возрастных дозировках с интервалом от 1 до 2 дней. В период сезонных эпидемий гриппа и острых респираторных вирусных инфекций рекомендуется получение препарата в возрастных дозировках с интервалом от 1 до 2 дней. Противопоказания – это аллергия на любой из компонентов препарата. Применение при беременности и кормлении грудью также противопоказаны. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк! Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.